Добрый день. Сегодня мы будем говорить об организации проведения студенческой олимпиады «Я профессионал». Вначале представимся. Меня зовут Евгений Евгеньевич Крашенинников. Я кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка Института системных проектов Московского городского педагогического университета. Добрый день. Щербакова Татьяна Владимировна, а Институт системных проектов, лаборатория профессионального развития в образовании, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук. Я думаю, что про Олимпиаду «Я профессионал» многие уже слышали. Может быть, из тех людей, кто сейчас нас смотрит, кто-то даже и участвовал, а может быть и побеждал. Потому что у этой Олимпиады нет ограничения. Один раз поучаствовал и все. Олимпиада проходит уже три года. Ну вот я так подумал, три года много или мало для Олимпиады. С одной стороны, это ничто срок. Но вот можно посмотреть, как Олимпиада развивается. И по ее развитию видеть, нужна она или нет, пользуется ли она спросом у студенческой аудитории. За эти годы Олимпиада сильно расширила свою сферу влияния. Если в начале всего она была по 27 направлениям, хотя что значит всего, это много, много направлений обучения. Сейчас уже почти 90 направлений, по которым студенты могут участвовать, показывать, проявлять себя, показывать свои достижения. И Олимпиада проводится, поддерживается на самом высоком уровне. В этом году на открытии Олимпиады, в открытии Олимпиады принимал участие заместитель главы администрации президента Сергей Владимирович Кириенко и эта олимпиада она поддерживается президентскими программами. Вот когда я говорю, что олимпиада поддерживается на высоком уровне и что есть много направлений у олимпиады, может показаться, что ну, как бы чем вам эта информация может быть интересна, вы же все равно будете участвовать по направлению своему по педагогическому образованию. Ну, на самом деле, это такой важный момент. У нас же все время говорят, что профессия педагога, школьного учителя, дошкольного педагога, что она ценная, престижная, важная, уважительная. То есть, если спросить людей, они так и ответят. А если потом на самом деле посмотреть, как относятся к профессии педагога, тут возникают вопросы. И поэтому, если профессии учителя включают в список других профессий, которые как-то изначально вызывают уважение, там, ядерный физик, и вот в общем списке идет и наша профессия, то это такой хороший знак. Это хороший знак, что к ней начинает увеличиваться реальное внимание и со стороны общества, и со стороны нашей, нашей власти. Потому что, ну как, ведь понимаете, вот ядерный физик, ни у кого нет вопросов, ядерный физик, нужно это или нет, сложно это или нет. Все понимают, что кто достиг здесь успехов, это да, это профессионал, это полезно. Но ведь мы же понимаем, что если сравнить, что сложнее, освоить ядерную физику или освоить педагогику. Ну, педагогика – самая сложная профессия из всех, какие пока вот придуманы человечеством. Потому что предмет ее, душа ребенка, ну, точно сложнее, чем строение электрона. Ну так задуматься, что сложнее, строение электрона или душа человека, душа ребенка? Ну конечно, душа ребенка. Но при этом же строение электрона тоже сложно. Вот это осознание, что педагог занимается самой сложной профессией, это осознание, оно увеличивается в нашем обществе, и это, конечно, приятно. И вот эта Олимпиада, я профессионал, она, как мне кажется, является одним из проявлений этого увеличивающего, увеличивающего, интереса к нашей, к нашей профессии. Теперь хотелось бы сказать несколько слов, зачем нужно участвовать в этой Олимпиаде. Ну или зачем можно участвовать. Хотя нет, нужно, нужно. Какой она интерес может представлять для тех, кто подаст заявление и зарегистрируется на сайте. Ну, вначале формальные, формальные выгоды, хотя они не главные, но все-таки скажу о них. Победители Олимпиады и вообще те, кто выходит в какие-то какие новые этапы в финальной части, во-первых, они могут стажироваться в крупнейших предприятиях нашей страны. Причем это такие предприятия, которые, вот их рекламы видны по всем городам страны, по телевизору, и получить бесплатную стажировку на лучших предприятиях, это интересно. Причем стажировка не обязательно идет по той профессии, по тому направлению, в котором вы побеждали. Там намного более сложный механизм. Второй момент, он уже такой ближе к вашей непосредственной деятельности, это поступление в магистратуру. Ну, я не знаю, кто из вас предполагает после окончания бакалавриата дальше продолжать свое обучение? Но если предполагаете, то нужно понимать, что существует много возможностей этого обучения. Что вот вы сейчас находитесь в своих городах, учитесь в своих институтах, университетах и можно продолжить обучение в любом другом городе страны, в том числе с помощью Олимпиады «Я профессионал», если вы прошли на какой-то высокий этап этой Олимпиады. Далеко не все в стране знают, что в той же Москве магистратуры существуют бесплатные, мало того, в которых стипендии платят. Далеко не все знают, что в магистратурах, поступив в магистратуру, можно получить бесплатное общежитие. Ну, то есть цена совершенно номинальная, формальная. И обучаться в Москве. Далеко не все, не знают, далеко не все знают, что у многих магистратур есть дистанционное обучение. То есть можно находиться у себя дома, участвовать во всех семинарах, слушать лекции, активно участвовать, выступать, находясь у себя в городе. При этом магистратура будет находиться совершенно в другом месте за тысячи километров от вас. И только нужно будет приезжать на сессию, где уже показывать, чему вы научились за ближайший год. И третий формальный момент, хотя важный, это то, что победители получают... Ну, мне кажется, неплохую премию. Первое место это 300 тысяч рублей, еще есть премии 200 тысяч рублей. То есть ну, это хорошее подспорье для продолжения своей дальнейшей профессиональной жизни. Но это все-таки все формальности. А главные результаты, вот ради чего стоит участвовать в Олимпиаде Я профессионал, это два других, два других мотива. Участие в Олимпиаде это общение. Если вы проходите заочный этап и попадаете в очный этап, то это значит, вы покидаете свое насиженное место, покидаете свой город и едете общаться не только не с проверяющими, не с экзаменаторами. Вы едете общаться с другими молодыми людьми, которые тоже готовятся стать педагогами, готовятся стать учителями из других городов, городов огромной страны. Которые тоже думают о педагогике, которые тоже думают о тех же самых проблемах. При этом их проблемы могут быть похожими на те, что в наших школах, вот в ваших школах, могут быть другие. И вот это такой, варево, этот котел, когда вы погружаетесь в этот котел молодых, энергичных и очень неглупых людей, это всегда является большим стимулом для своего развития. Одной из форм жизни в Олимпиаде является выездные школы, когда на несколько дней каком-нибудь хорошем месте за городом собирается человек 100 со всей страны таких вот прекрасных студентов, и вот там происходит жизнь. Причем жизнь очень разнообразная. И вот это общение, оно ничем не заменить. Кроме так 300 тысяч <laughs> – это не так важно, чем вот это общение. И есть второй момент, еще более важный. Я бы назвал так – это пробы. пробы. Олимпиады дают вам возможность попробовать себя в главной педагогической деятельности, самой главной. Какая главная деятельность, которая осуществляет учитель? Вот что главного делает учитель на уроке? Что главного делает учитель во внеурочной деятельности? Что главного делает педагог, что позволяет ему достичь поставленной цели и получить результат? Что делает? Какое орудие труда у педагога является главным? Методичка, учебник, знание. Главное орудие труда педагога – это мышление. Мышление, решение задачи в новых условиях. А задача – это когда перед нами встал вопрос, на который ответа в учебнике не было. Я уже сказал, ну как бы я не открыл Америку, мы и так все знаем, что наша профессия самая трудная, самая сложная. И поэтому вы можете сто раз окончить с красным дипломом педуниверситет, и потом вы придете в школу или в детский сад, или просто работать с людьми, а там будут другие дети, не те, которые описаны в учебнике. И задача, которая перед вами станет, ее можно будет назвать теми словами, которыми она описывалась в учебнике педагогики, и она все равно будет другая. Она будет другая, потому что даже за то время, которое вы учились в институте, в бакалавриате 4 года, уже за это время дети поменялись. Есть такая простая вот задачка для самих себя, вот если сравнить, какой учебник лучше, учебник физики, химии, неважно, по любому предмету, э, истории, какой учебник лучше, который выдержал 18 переизданий или который только что издали, первое издание, какой лучший учебник, который постоянно переиздают или который вот только что еще не прошел никакую серьезную апробацию. Вот если так реально задуматься над этим вопросом, то мы понимаем, что учебник, который выдержал... 18 переизданий, то есть уже издается лет 35. Это точно плохой учебник. Точно. Вот стопроцентно. Почему? Потому что за то время, которое прошло с момента его написания, изменилось несколько вещей. Первое, вот стопроцентно изменилась наука. Потому что физика 35 лет назад была другой. Причем не то, что чуть-чуть изменилась, и можно и учебник, там есть такие надписи, исправленные, дополненные издания, не исправить, не дополнить биология 35 лет назад и биология сейчас – это разные науки. А история не потому, что кто-то переоценивает ценности, а потому материалу, который просто раскопан на уровне раскопок. Но если Вавилонскую библиотеку до сих пор еще не прочитали, а читают уже сколько десятилетий, мы уж понимаем, что каждые новые глиняные таблички, они открывают перед нами новый материал. И это в любой науке. Наука точно изменилась. И и что еще изменилось, кроме науки? Стопроцентно изменился ребенок. Вот за это время точно изменился. Ребенок 35 лет назад, ребенок 15 лет назад, ребенок сейчас и ребенок, который будет, когда вы придете работать, это разные дети. Ну вот, если раньше был ребенок в классе без мобильного телефона, теперь он с мобильным телефоном. Все. Если у него мобильный телефон, да в котором есть интернет, и когда учитель задает вопрос, он смотрит туда и видит еще ошибку учителя мы понимаем, что уже прежняя методика никак не работает. Если ребенку в учебнике там, по чтению там нарисованы прекрасные, гениальные, замечательные иллюстрации Черушина или Сутеева, это, конечно, здорово, но если ребенок видел 3D-мультфильм, то после этого Сутеев и Черушин его так натурально не привлекут. Мы понимаем, что уже они не конкуренты. Сколько бы мы ни говорили себе, что 3D-мультфильм менее талантлив, а Черушин талантлив. То есть Перед нами стоит другая задачка, другие должны быть пособия, другие средства, другие вопросы должны задаваться этому ребенку. Ну и третье, что вот если про первое я точно знаю, что оно изменилось наука и ребенок за эти годы, но, может быть, изменилась за эти годы и еще и третья составляющая, может быть, и наука-педагогика изменилась. Может, в педагогике что-то появилось другое? Может, другое представление о ребенке, о методах работы с ним. Про учебник, который издан только что, мы не можем сказать, хороший он или плохой. Может хороший, может плохой. Но то, если мы берем то, что было раньше, оно точно уже не будет работать. Эти методы точно не дадут нам э, результата, не дадут эффекта. И поэтому, когда вы приходите в, на работу уже, приходите в школу, то применить вот напрямую, там, лопату дали, ты копаешь, уже не получится. Нужно самому думать, нужно самому применять свое мышление. И это сложный это сложный процесс вот когда нас спрашивают вот на наших мероприятиях как готовиться к олимпиаде вот что почитать для того чтобы в олимпиаде ну достичь какого-то уровня пройти в очный этап то тут не нужно перечитывать свои учебники и даже хорошие учебники вот я бы всем порекомендовал или прочитать или перечитать книжку, ну, я думаю, все слышали про эту книгу, не знаю, в какой мере все ее читали, это книжка Макаренко «Педагогическая поэма». Потому что в этой книжке, в педагогической поэме, рассказывается на протяжении полтысячи страниц, как педагог думает, как он думает в сложных условиях, как перед ним все время встают задачи, на которые он не может ответить. Просто он не знает, как ответить. Мало того, когда он предлагает какое-то решение, он Почти всегда не уверен до конца, ну, стопроцентно никогда он не уверен, что решение правильное. И мало того, когда он достигает результата, он потом начинает думать, а вот можно ли было с помощью этих средств достичь результата? Может быть, я достиг результата, но при этом что-то получилось хуже. Что-то еще пошло не так, и потом это усложнит мою работу. То есть вот это показан настоящий учитель, все время размышляющий, все время думающий все, и все время. Вот, это очень важно. Даже когда достиг успеха, ты все равно думаешь, а как можно было, как можно было сделать лучше. Поэтому, если вы попробуете себя в этой Олимпиаде и выполните задание заочного этапа, даже если заочного этапа, даже если вы дальше не продвинетесь, это все равно будет очень богатый и интересный опыт. В заочном этапе перед вами будут задания трех типов. Будут вначале задания по вашему предмету, вот по той непосредственной специальности, которую вы изучаете в пединституте, предметной. История, физика, химия. Там вы будете отвечать вот вопросы, связанные с ними. Потом будут задания второго типа, где нужно будет не в виде теста ответить, а перед вами будут работы учеников. Ученик выполнил какую-то работу, ученик выполнил задачу, ученик выполнил упражнение, написал текст. И вам нужно будет оценить выполнение им работы. То есть встать уже в позицию педагога. И это уже будет оцениваться потом, каким образом вы справились. Но самое главное это задание третьего типа. Просто сразу вот дам, хочу дать совет вам, многие, кто выполняют задания Олимпиады Я профессионал, много времени тратят на задание первого типа, и потом сил не хватает на третье. А третье это как раз задание, где нужно подумать, где нужно подумать и сделать такой неочевидный выбор. В этих заданиях дается какая-то педагогическая ситуация, причем достаточно простая. Она может быть такая распространенная, может быть короткая. Ну, например, учитель в начальной школе спросил ученика, а ученик ответил ⁇ Я не знаю ⁇ И потом задается вопрос, например, как вы считаете в этой ситуации, какие стратегии действия учителя? будут наиболее полезными для интеллектуального развития школьника. И предлагается несколько вариантов этих стратегий. Там, ну, там 6-8 вариантов. И вам нужно будет выбрать. И вот здесь очень важно понимать сам вопрос. Уметь читать вопрос, что в нем написано, это уже полдела. Прочитать не отдельные слова оттуда, уловить знакомые, а увидеть весь вопрос. Ну, например, в вопросе, который я еще произнес, там говорится э, в начальной школе. Мы понимаем, что в начальной школе, в дошкольном возрасте, в средней школе это могут быть разные стратегии. А здесь речь именно о начальной школе. То есть нужно представить себе вот этого ученика с 1 по 4 класс, как он выглядит, как он развит. Там сказано, найти наиболее успешные стратегии. В вопросе может быть наоборот, наименее успешные. Здесь надо не перепутать. И когда сказано наиболее успешные, это не значит, что нужно нажимать на все кнопочки, ставить все галочки, которые подходят. Надо действительно постараться выбрать самое-самое. Потому что там есть хитрости в оценке. Вы можете получить балл за правильный ответ, но вы можете получить минус балл за неверный ответ. Поэтому тут нельзя методом тыка поставлю что-нибудь да побольше, вдруг попаду в правильный ответ. И очень важно прочитать сам вопрос. Если в нем сказано, что важно для интеллектуального развития ребенка, то значит и нужно искать про интеллект. Если первый ответ, там, первая стратегия мы прочитаем, надо сказать ребенку, ну... Как ты хочешь, давай подумаем вместе. Вот если педагог говорит ребенку в этой ситуации, давай подумаем вместе. Вот что сейчас делает педагог? И что сейчас происходит с ребенком? Происходит с его мышлением, происходит с его активностью. И вот это нужно понять, когда вы будете читать сами задачи, когда вы будете над ними размышлять. И это такой, ну, слово ⁇ тренинг ⁇ очень нехорошее. Ну, скажем так, задание для развития своего мышления. Потому что, когда вы отвечаете, просто погружаетесь в такую в реальную задачку, это ценно для вас самих. Даже если вы не победите и потом не получите вот эти самые 300-200 тысяч рублей, но это все равно будет очень такой замечательный опыт проб, опыт э, пробы мышления, опыт пробы участия, ну и потом будет опыт общения. После того, да, у вас будет предоставлено три дня на выбор, в которые вы можете принять участие. Там не так много времени занимает выполнение заданий, там дается там, примерно два часа, там есть некоторый люфт, и за два часа можно, не торопясь, выполнять эти задания, а потом, неважно, прошли вы дальше или нет, но просто можно обсуждать даже эти задания со своими друзьями, если они действительно хотят стать педагогами, если действительно хотят приносить пользу детям. Потому что еще один важный совет про выполнение всех этих заданий. Вот чем педагог отличается от любого другого человека? Вот он когда работает, он всегда думает о чем? О ребенке. Не о программе, которую нужно выполнить, не о физике, которая очень классная, которую он может любить, а о том, а вот с ребенком что сейчас происходит? Вот от того, что он выполняет это задание, от того, что я это ему сказал, такую-то реплику бросил, от того, что сейчас вот его погрузили в эту педагогическую ситуацию, что происходит с ним, зачем ему это нужно, зачем это нужно ему сейчас, зачем ему это нужно в дальнейшем? Вот если вы удержите ну, вот эту линию размышлений, размышлений, исходя из ребенка, тогда есть шанс, что эта Олимпиада будет для вас полезной, и что вы продвинетесь в этой Олимпиаде на следующий этап. На следующий этап это этап очный, когда вы покидаете насиженные места и двигаетесь уже в. В дальнейшем направлении. Спасибо большое. Я немного поподробнее расскажу как раз об этом очном этапе. А, прежде всего, а, хотел обратить внимание на то, что к очному этапу допускаются те, кто, соответственно, успешным образом прошел а, заочный этап. Если можно а, презентацию нам включить, чтобы было наглядно видно, тезисно. Итак, а, у нас два этапа. Заочный и... А, Итоговый. Ага. А, очный этап, он состоит в, по нашей специальности, по... А... Педагогики из двух этапов. Вы видите на слайде о том, что у нас, собственно, увеличивается можно сказать, волнообразно увеличивается количество участников. Поэтому, с одной стороны, возрастает конкуренция между участниками, с другой стороны, я попрошу всех участников проходить процедуру очень внимательно, потому что на сайте данные все подробные аннотации, как необходимо это сделать. Читайте внимательно комментарии и весь процесс регистрации нужно пройти тщательно. Например, если вы все-таки прошли, я надеюсь, успешно заочный этап, то на очном этапе вам нужно будет справиться с первым модульным заданием, показать модульное учебное занятие. Но перед тем, как его показывать, вам нужно будет заполнить такую форму а, на сайте а, о том как вы планируете провести это занятие. А, там необходимо да, вот заключительный, да, он состоит из двух этапов. И а, я хотела обратить внимание вот на этот первый очный момент. А, это, собственно, то а, а, занятие, которое вы должны показать. У него есть, с одной стороны, абсолютно четкие характеристики временные и качественные. Вы сами выбираете тему, на которую вы его показываете, хотя изначально вы определяли предмет, но тему вы сможете сформулировать самостоятельно. Естественно, она должна быть соответствовать вашему предмету, но тем не менее вы выбираете ее сами. Вы определяете для кого вы показываете этот, это занятие и определяете, на какое количество учеников оно рассчитано, каким целям оно следует и каким результатом вы собираетесь прийти. Обращаю ваше внимание на то, что Показывать занятия самому вам нужно будет э, очно в одном из э, образованных центров да, по проведению Олимпиады. Их э, в этом году будет несколько. Ну, вот, в частности, в, в большинстве э, городов есть свои центры на э, базе педагогических вузов. Например, в, э, в Москве такая базой будет Московский городской педагогический университет. То есть все участники, э, которые относятся к одной площадке, показывают на одной площадке в свои модельные занятия. Это значит, что по федеральным округам, собственно, все участники имеют равные возможности, поскольку их смотрят одни и те же комиссии, одни и те же эксперты. И, собственно, все поставлены в одинаковые условия, потому что процесс происходит везде одновременно. На это отводится там, от там, 3-4 дней, в зависимости от того, сколько будет участников, сколько дойдет до этого этапа. И все демонстрации проходят в одно и то же время. Поэтому... Нужно четко продумать первое свою заявку, что вы хотите показать, ну а потом уже начать готовиться, собственно, к показу. Хотела обратить ваше внимание на саму на вот, Саму атмосферу, где это проходит, это будет проходить в ВУЗе. А условия максимально комфортные для участников, скажем сразу, это не условия такой обыкновенной, стандартного школы, да, урока. А вы видите на схеме о том, что вы действительно находитесь в комфортной ситуации, у вас всего шесть учеников, а у вас... 4-5 экспертов. Ну, на э, схеме изображено 4 эксперта, но 5 экспертов вас смотрят. А, и каждый самостоятельно, не, не обсуждая оценку, выносит свою собственную оценку по вашему выступлению. А, при этом обязательно видеофиксация она служит ну такой дополнительной а, функцией. Это не для того, чтобы а, потом рассматривать, изучать, а, да, вот, а для того, чтобы вы имели возможность после того, как вы получили свои оценки, а система оценивания происходит очень быстро, сразу же после того, как вы показали свое демонстрационное занятие. Ваши оценки поступают в систему, происходит электронная система оценки, и а, буквально через а, несколько минут, выходя из аудитории, вы, собственно, в своем личном кабинете уже можете видеть ту оценку, которую поставил эксперт. А это все м, наглядно очень демонстрирует нам, что нет никакой системы а, согласования, подтасовок оценок и так далее. Эксперт никаким образом не может изменить оценку выставленную только что вот в просмотровой зоне соответственно если вас оценка не устраивает в системе олимпиады есть процедура, апелляции И, собственно, вот эта видеофиксация, она необходима для того, чтобы вы имели возможность, оценив свои шансы, как вы видите, да, свой вариант выступления и ту оценку, которую вам только что поставили эксперты, могли бы э, ее, если она вас не устраивает по каким-то причинам, могли бы ее э, подать апелляцию на то, чтобы ее пересмотрели. Да? То есть это абсолютно такое техническое видео, которое нам должно помочь максимально внимательно отнестись к каждому участнику. Я хотела бы более внимательно остановиться на критериях оценки. Это то, что всех интересует, что смотрят эксперты, на что они обращают внимание, что они оценивают. У вас есть возможность, я не буду их зачитывать, потому что, в принципе, они представлены на слайде. Единственное, я хотела обратить ваше внимание на такой момент. О том, что все критерии оценки никоим образом не оценивают предмет. То есть на заочном этапе вы считаете, что участники показали уже знание предмета, и на а, очный этап выходят только те, кто на достаточно хорошем профессиональном уровне владеет предметом. И мы очень надеемся, что в аудитории не будет предметных ляпов, да, то, что участники просто не будут передавать неправильные факты, поэтому среди критериев оценки вы тоже этого не найдете. Тогда вы видите, что критерии оценки разбиты на три варианта да, критериев, когнитивные, социальные и функциональные. Всего их 15. Они все надпредметные, и все они касаются тех компетенций, которыми должен по-хорошему владеть педагог. А, поэтому мы обращаем на них внимание. В, этой, в этом выступлении, в своей презентации я бы хотела обратить вот, на примере двух, я выделила их а, жирным цветом, включение обучающихся в, в процесс работы и изложение материала, показать вам, собственно, структуру оценки, как это происходит. А, ну вот а, слайдик такой вставил по поводу а, того, а, вашей заявки, которую вы задаете, но я уже проговорила о том, что вы должны заранее сделать заявку. Итак, критерии. Каждый критерий из 15 оценивается на четырех уровнях. Считается, что вы можете показать умение на четырех уровнях. То есть вы можете просто не показать компетенции. Ну, допустим, компетенция работы с пространством. Человек ничего не делал с пространством, никак к нему не прикоснулся, не вышел из-за стола, ни разу не посмотрел на детей, сам встал за компьютер и протарабанил что-то, да, вот, не, каким образом не обращаясь к аудитории и никаким образом не влияя на то пространство, которое есть. Соответственно, компетенция не представлена, вы видите оценочку 0 во всех остальных случаях у нас есть четыре а, этапа, четыре ну, как бы а, таких категории, по которым мы можем говорить о том, что человек в лучшей или худшей степени владеет а, компетенцией. Вот на примере а, компетенции а, мы, собственно, а, можем говорить о том, что мы можем ее увидеть на разных этапах, да, то есть на, на разный, в разной форме а, ее представления. Но вот, например, по работе с а, включенностью, да, то есть работа а, с аудиторией, а, тут имеется несколько вариантов. Да. Понятно, что можно не включать аудиторию. А, мы же с вами посмотрели м, постановку а, модельного занятия и увидели, что у нас совсем небольшая аудитория, всего шесть учащихся представлено. Соответственно, вот первая категория предполагает там один балл можно получить только в том случае, если у вас задействовано меньше половины, да. То есть, если вы работаете реально с тремя детьми, то, соответственно, тогда вы получаете единичку. Да? А хороший балл, высокий 3 или 4, можно получить только в том случае, если вы системно работаете со всеми учениками. Еще раз повторюсь, их всего шесть в демонстрации. Это не так много, поэтому, планируя свое занятие, пожалуйста, обращайте внимание на то, что вам нужно распределить 20 минут работы таким образом, чтобы иметь возможность каждому уделить возможность ну, просто увидеть да, этих детей и с ними поработать. Или вот на другой категории, на следующий, например, изложение материала, собственно, понятно, что каждый педагог должен уметь излагать материал. Вот варианты, что видят эксперты как такую подсказку по работе с материалом, что предполагается показать в работе с материалом. Но если человек путано, да, непонятно, сумбурно излагает информацию, то он может получить единицу. Если участник, собственно, последовательно и четко выражает информацию, но тем не менее есть недочеты, такие как даже, может быть, больше технический недочет, связанный со скоростью передачи информации, способов передачи, это имеется в виду и а, вопросы ваших личностных умений выступать, да, и речи, а, понятности речи, и еще обращаю ваше внимание, а, что в своей заявке вы должны были указать возраст, для кого это занятие, для первого класса, для 10 класса поэтому при учете работы с информацией тоже будет учитываться на какой аудитории вы собирались показывать а, это занятие при том что в демонстрации у вас сидят ну, а, скорее всего а, старшеклассники 10 -й, 11 -й класс ваши волонтеры Заявленный урок может быть направлен на детскую аудиторию гораздо младше. Но тогда и говорить вы должны так, чтобы это было понятно вот именно для этой целевой аудитории слушателей. И на более высокой степени оценки на третье-четвертое вы видите, что от изложения материала Эксперты должны увидеть в вашем изложении еще такую вещь, как ну, выход да, за рамки а, даже вот сохранения мотивации и а, а, выход за рамки урока. Да? То есть вы должны излагать материал так, чтобы он был а, вписывался и в общий контекст среды, и в предмет, и а, так, чтобы эксперты понимали, а, что в, в, вот этот материал, он, конечно, без отрыва от жизни, и он должен быть вписан в процесс. Я вот здесь вам для наглядности привела два графика, наложила их один на другой, для того, чтобы было видно, как все эти 15 критериев, красный график это такой не очень хороший результат, и синий это такой очень хороший результат, усредненный результат по предметом, представленный участниками прошлого года на вот этом очном модульном этапе. Если вы посмотрите внимательно на график, вы увидите, что в усредненных даже данных мы видим, что небольшое количество участников совсем показывает высокие результаты. То есть средняя оценка где-то чуть выше, даже хорошая оценка, она чуть выше половины, чуть выше двойки. Связано это с тем, что четыре Ступени действительно предполагают, что 4 в самый высший балл можно получить только в случае профессионального такого мастерского показа и демонстрации компетенций. Но вот по данным диаграммам четко видно, что есть западающие категории, да, те, которые вот стремятся в центр. Обратите на них, пожалуйста, внимание, я хотела бы, чтобы вы увидели, что есть такие категории, которые западают у многих. Это умение поставить задачу а, и поставить ее правильно. Да? То есть, когда эксперты смотрят а, ваше модельное занятие, они, с одной стороны, оценивают то, что вы делаете с аудиторией здесь и сейчас, и параллельно они видят у себя на столах ту заявку, которую вы э, составляли до, и говорили о том, чего вы хотите добиться. Поэтому постановка задачи предполагает сравнение. Вообще, поставили вы задачу детям или забыли об этом? Да? Это, во-первых. А во-вторых, э, соответствует ли поставленная задачка на уроке той заявке, которую вы выдавали э, тогда, когда готовились? И у многих вы видите, что этот критерий очень существенно западает. Следующее, что казалось бы странно, к сожалению, западают и технологии, то есть применение всех возможных технических средств во время демонстрации. Действительно, многие ребята заранее, мы проговаривали с участниками, они придумывали различные фишки, подходы, придумывали какие-то вещи, безусловно, с использованием доски, компьютера. Но когда они выходят и понимают, что у них 20 минут, они очень от многого отказываются, потому что им кажется, что этого времени очень немного. На самом деле 20 минут вполне достаточно для того, чтобы показать возможности действия. Я надеюсь, что те, кто вот сегодняшний наш эфир смотрит, Теперь понимают, что нужно себе, если вы какие-то моменты эти упускали, то нужно добавлять их специально, потому что ну, -э, эксперты обращают на это особое внимание. А, и, конечно, четверку получить, там, выс высший балл за то, что вы включили презентацию, да, а, наверное, все-таки недостаточно. Вы это тоже прекрасно понимаете. А еще хотел обратить внимание, что из западающих моментов очень многие вещи связаны с вообще обращение внимания такие компетенции, которые предполагают внимание к аудитории, которая перед вами. Это и личностная позиция в группе, и принятие чужой точки зрения и так далее. Вот эти все коммуникационные моменты, они очень важны, потому что мы очень часто видим, что участники попадая, ну я бы сказал, в комфортную ситуацию всего шесть учеников. Все Тихо, спокойно, нет хулиганов, да, никаких э, провоцирующих э, учеников, которые хотят сорвать урок. Ничего этого нет, все э, замечательная обстановка, и у, э, участники во многом где-то расслабляются того, что ну, и замечательные дети сидят передо мной, они меня слушают, я буду им рассказывать. А на самом деле эти 20 минут необходимо для того, чтобы вы показали, что вы умеете делать, а не для того, чтобы рассказать. И одна из таких... Ну вот я бы сказала, очень часто встречающихся ошибок связаны именно с тем, что многие участники переходят в формат лекции. Ну раз меня хорошо слушают, тогда я буду вам 20 минут рассказывать и читать лекцию. Это, ну где-то это тоже опыт замечательный, когда студент третьего курса может прийти и прочитать 20-минутную лекцию. И это тоже неплохо, но оценку высокую получить за это, конечно, крайне сложно. Поэтому а, я вас сориентировал бы таким образом, посмотреть на критерии и поставить себе, после того, как вы придумали урок, поставить себе задачку проанализировать, соответствует ли он каждому из этих критериев. То есть показываете ли вы хотя бы что-то по каждому из этих критериев? Ну вот, наверное, дальше останавливаться на этом не буду. Я надеюсь, что вы зафиксировали себе основные моменты и, и сами для себя и со своими наставниками а, сможете проговорить эти моменты для того чтобы при подготовке их учесть. А, перейдем дальше, у нас остался последний момент. это последний такой финал для тех, кто показывает в достойном варианте а, модельное занятие для них открывается итоговый финальный тур. Он в прошлом году, не знаю, как в этом году, количество участников, которые пройдут, все, он про проводился один раз, проводился в Москве. Все участники, которые до него дошли, собственно, вот они в течение трех дней участвовали в финале. Для того, чтобы вам было чем заняться, я открою слайд. В чем заключается финал? Каждый участник получает, кстати, тут перекличка с а, заучным этапом. А, каждый участник получает кейс. Он а, а, коммуникативный, связанный с какой-то ситуацией в школе. А, это может быть коммуникация между педагогами, это может быть коммуникация с учениками, это может быть коммуникация с родителями, как в случае кейса представленного прошлогоднего варианта. А, и у вас есть час для того, чтобы прописать, проанализировать и в письменном варианте представить а, свой вариант решения этого кейса. А, больше кейса, наверное, комментировать не буду. Единственное, а, хотелось бы остановиться на том, что это не исключительно психологические кейсы. Это кейсы, не связанные с решением каких-то... А, ну вот э, катастрофических ситуаций для школы они все достаточно, ну вот можно было бы сказать простые, хотя я не могу сказать простые, они все э, такие ежедневные, да, которые могут возникать в жизни школы и в, и в жизни педагога каждый день. И многие педагоги вместо мимо них могут пройти, вот если как в нашем кейсе не придет разгневанная мама и не спросит, почему вы поставили моему, уть, э, моему сыну два. А нужно проанализировать кейс. Ну, здесь все согласно логике да, делается. Есть ситуация, вы должны понять ее причину, варианты развития и предложить, самое главное, пути решения. Если вы остановитесь на анализе, вы остановитесь на теоретическом разборе, и не покажете своего практического решения. Поэтому здесь очень важно показать. И если вы найдете несколько путей решения и пропишете несколько вариантов, то это будет, наверное, самый лучший замечательный вариант. После этого вас ждет интереснейший этап. Он всегда проходит с привлечением профессиональных актеров. Процесс демонстрации он очень короткий, это пятиминутный э, диалог э, с э, ну, актерами, которые представляют э, роль, э, прописанную в кейсе. Да? В нашем случае вот, разгневанной мамы действительно э, есть ситуация общения педагога и э, родителей по обсуждению ситуации с учеником. На это общение отводится 5 минут. Это не полностью задача пересказать все, что вы написали только что, а э, показать э, свои просто коммуникативные навыки в общении с той аудиторией, которая есть. Повторюсь, это не обязательно родители, это могут быть и педагоги, коллеги, и дети, и, может быть, кто-то еще из педагогической сферы, может быть, администрации и так далее. Поэтому он действительно очень такой ситуативный, но подготовиться к нему можно только жизнью. Да? Вот попробовать, посмотреть, найти свою манеру общения. Я здесь не привожу вам критериев, их 15 часть из них необходима для того, чтобы оценить ту, Письменное, то письменное решение, которое вы представили, а, вот в письменном варианте, да, вот решение и разбор кейса, а часть из них а, а, необходима для того, чтобы оценить а, именно а, общение с а, решением вот этой вот проблемной ситуации. А, у экспертов есть два бонуса, то есть они могут понравившемуся участнику, который как-то неординарно решает ситуацию, добавить баллы до 17, ну, до, до, 17 баллов. Поэтому я думаю, что здесь нет смысла рассматривать эти критерии. Тем абсолютно понятно, что они заложены в сфере коммуникативной, умения вести деловой и конструктивный диалог, минимальные психологические умения, да, вот подать себя, представить. И, собственно, это, наверное, вот самая зрелищная часть она всегда, если честно, на конкурсе проходит на ура всем и участникам, и зрителям ну, в виде экспертов. Это интересно. Я бы хотела закончить, наверное, все-таки об экспертах несколько слов. В качестве экспертов ни на одном из этапов не выступают работники-преподаватели вузов, поскольку конкурс независимый, да, и в данном случае любой вуз и даже самые профессиональные кадры являются заинтересованным лицом, поскольку у каждого есть свои участники, поэтому на, во всех регионах к экспертной оценке привлекаются профессионалы из практической сферы. Это администрация директора школ. Это методические работники и э, педагоги с э, особыми заслугами, большим стажем э, и теми, кого рекомендует администрация как э, таких объективных, действительно очень э, вот, передовых педагогов, да, которые… С хотят и могут оценить ситуацию исходя из своего личного опыта и беспристрастно посмотреть на участников. На финальном этапе в качестве экспертов выступают представители администрации. Это у нас обычно директора образовательных организаций, тоже ни в коем случае не работники педагогических вузов. Вот, наверное, и на этом я бы хотела закончить. Спасибо. Я бы хотел еще, хотел бы две реплики значит, сделать. Ну, первое, надеюсь, вы поняли, что участие в очном этапе это не страшно. Это очень интересно. И получить подтверждение можно простым путем. Фамилии же всех участников публикуются, это открытая информация. Можно найти их, можно зайти в социальные сети и смотреть их отзывы о том, как они участвовали в Олимпиаде и в очном этапе. И составить свое впечатление уже от непосредственных участников. И второе, я хотел бы обратиться к студентам первого и второго курсов бакалавриата. Просто может сложиться такое впечатление, что вот в этой Олимпиаде ну, лучше подойти уже совсем подготовленным, когда учишься на выпускных курсах, там, на четвертом курсе или хотя бы на третьем. Вот нет никакой закономерности, что тот, кто доучился до четвертого курса, лучше выполнит задание Олимпиады, лучше справится с очным этапом. Не обязательно. Бывает даже наоборот бывает, что вот многолетнее обучение, увы, оно начинает накладывать рамки на будущего педагога. Он начинает э, жить в каких-то стереотипах, немножко оторвавшись от той реальности, в которую был до этого погружен, когда учился в школе. Поэтому, если вы учитесь на первом или втором курсе, не бойтесь, заходите на сайт, регистрируйтесь и участвуйте в Олимпиаде. Я понимаю, что наверняка есть какие-то вопросы, остались у вас, возникли вопросы. Если они у вас есть, то можно заходить на сайт Олимпиады. Это несложно, это вбиваете в любом поисковике слова «Я профессионал», 2019 год, находите сайт и задаете вопросы. Там есть и часто встречающиеся вопросы, и если у вас есть свой индивидуальный, задаете, и вам на него обязательно ответят. Спасибо всем, кто нас слушал. Приглашаю принять участие в Олимпиаде. Я профессионал. Приходите и регистрируйтесь. Спасибо. Значит, у нас закончилось... Давайте в микрофон поговорю. Значит, теперь нас уже не записывают. Теперь мы можем сидеть не с каменными лицами, а как-то уже по-нормальному. Если вдруг у вас какие-то вопросы возникли, вот, которые сейчас... Хоть...